Одна из основных тем форума – эффективное управление медиахолдингом в сложной экономической ситуации. Тема эта действительно актуальна, отмечает замминистра. Ведь, ко всему прочему, сегодня в стране, по его словам, слишком много радио. Сегодня Алексей Волин заявил о возможном введении моратория на открытие новых радиостанций. Частот хватает, но количество радиостанций значительно больше, чем в состоянии прокормить рекламный рынок. Следовательно, надо или увеличивать рекламный рынок, или сокращать количество радиостанций. Вполне возможно, что индустрия скажет, что ей это не нужно, потому что мы точно будем прежде всего ориентироваться на мнение индустрии. Сами же участники конференции «Будущее регионального радио» уверены, что будущее действительно за локальным вещанием. Мы видим, что у локального вещания есть своя ниша. Она достаточно большая. Более того, они осознают свои интересы на этой нише все больше и больше. С другой стороны, количество людей, которые готовы выйти на 24 часа собственного программирования и собственного контента, оно очень незначительное. Поэтому перед тем, как говорить, что будущее за локальными радиостанциями, желательно увидеть подтверждение этого на практике. Этот вопрос Волин считает спорным, опять-таки, по причине рекламной составляющей. Индустрия должна научиться зарабатывать деньги по-новому, в том числе с помощью интернета. Ведь количество слушателей радио через всемирную паутину с помощью компьютеров и смартфонов сопоставимо со слушателями радио по классической модели. Пришло время освоения новых рынков. Министерство же готово оказать всяческую поддержку, подчеркивает Волин. Что же касается перспективы музыкальных программ на радио, то она не меньше, чем у телевизионных сериалов, подытожил замминистра. Полностью же радио в интернет не уйдет еще ближайшую пятилетку.